А мы сейчас идем в русский музей. Вот. Смотреть 9-й вал. И казаков, которые пишут письмо турецкому султану. Вот. Вчера мне тут доказывал, что эти картины висят в Третьяковке. А я говорю, нет. В русском музее города Санкт-Петербурга. 9-й вал. Последний день Помпеи. И казаки пишут письмо турецкому султану. Экспонируется в Петербурге, в русском музее. Вот, знаете. Сейчас мы идем в русский музей. О, Витька. Рок-пап, надо потом завернуть сюда. Не скоря в тетерезе. Шикарная питерская архитектура. Дворянское собрание. Вот. Сейчас мы сходим. Ну, мы посмотрим, сколько билет стоит. Потому что, как бы, я же не совсем богат. Даже, скажем, прямо нищеброд. Поэтому посмотрим по финансам нашим. Позволительно ли нам смотреть на картины и экспонаты русского музея. Он Государственный русский музей. Русский музей. Русский музей императора Александра III. Этим столиком побухать и скоря посидеть. Вот там диванчики на тех креслах. Некоторые эти особо образованные господа мне доказывают, что картина «Запорожцы» висит на Третьяковской галерее в Москве. Она висит в Петербурге, в Русском музее. Шедевры русской живописи
некоторые не особо образованные господа доказывали мне, что 9 балл десятирует по Третьяковке в Москве. Она висит в Русском музее в Петербурге. Это оригинал. И также картина «Последний день Помпеи» тоже висит в Русском музее Санкт-Петербурга. Вот. Картину писал Карл Брюллов. Так что вот. Вот они, самые главные шедевры. Переходим на следующий зал Русского музея. Уже Санкт-Петербурга. Картины все знакомые с детства. 80-х. Шедевры. Смерть Камилы, сестры Горация. Вот и Иванов. Явление Христа народу. Только не знаю, список или оригинал. А, мало вариант картины. Ни одна. Это кто у нас? Мария Магдалина или кто? С Христом. Да, явление Христа Марии Магдалины. Иванов тоже. Идем дальше.